Тут как ни крути, я с неполным здоровьем. Думаю, может назад вернуться сначала. Как говорил Ленин, один шаг, два шага назад, один шаг вперед, или как там? Бежит сюда, тварь. Ты знаешь, что сколько я в него садил? И ничего. И ничего. Ну, слава богу, наконец-то. Теперь у нас там вот этот еще. Подожди. Залепило ему, нет. А за станковым пулеметом никто не встал. Значит. Окей. Окей. Ну, надо успеть влезть за этот пулемет, чтобы уже спокойно работать. Откуда? Блин. Главное, из минигана не залепить меня в мою Валерии. Ну чё, кто-то еще появится? Кто-то. А вон он. Откуда? Чёрт, а они ничего. Да они ничего, не то слово. Будем еще ждать атаки или пойдем уже отсюда? Пошли давай в здание. Неизбежно. Придется. Ничего не заметил. Сейчас заметишь. Его, я за помощью. Ну да. Все-таки должен быть как-то вариант тут подкормиться чем-то хотя бы. Вон там! Хоть чем-то подкормиться. Пошло. Хорошо. Фу. Здоровье. А это. О! А, ну да, ну мы тут везде были, понятно. Сейчас укапошим тут еще оставшихся в обязательном порядке. Здесь, наверное, кто-то еще остался. Нет. Ну вот неужели на всей кухне нет ни малейшего медикамента? У нас вообще в семье на кухне лекарства хранятся. Ну-ка, и чё? Вот эти вроде можно как-то разгромить и из них покушать. Нельзя? Никак. Не хотите вы меня кормить? Собаки. Вон там. Давай сюда выходим тогда. Сюда выходим? И что дальше? Здесь их вообще столько, что... Просто не соскучишься. А, это тоже балкончик, я его узнаю. Так нам сюда. Ёлы-палы. Куда-то сюда. А, вот за эти ворота как мне прорваться. А, то есть через здание. То есть вот так, да? Сейчас кто-нибудь откроет огонь. Заходим. Ты ничего там не видишь? Собаки. Давай ты первый лучше. Так, это труп. Просто, чтобы был разжег целый. Джек, осторожней! Ничего такого. Аккуратно. Сейчас кто-то сюда забежит, что ли? Сюда? Меняем прокладку. Сейчас вот есть шансы. Если тут... Подожди, это стул или человек?
Ну тут-то мне хотя бы дадут разобранное какое-то оружие. Так, один. Второй. Это все хорошо. Тут какие-то склады. Я чувствую, что нам просто надо прорываться. Так, еще один автомат с пепсиковой. Здесь, походу, вроде как мы были. Здесь все такое похожее друг на друга. Никого нет. Че, мы были, тут не были? Так, это все патрончики. Это все хорошо, конечно, да. Господи. Здесь явно кто-то будет. Вот это я понимаю. Сервис. Я за рулем. Уступаю. А я? Ты что, совсем, что ли? Осторожнее. Лаборатория охраняется лучшими людьми Кригера. Ну, разумеется. Мы разберемся с этим, Дойл. Свяжусь, как только доберемся туда. Ну и что? А меня-то взять? А, ну вот, хорошо, хоть сохранились. Ладно, теперь более-менее понятно. Сейчас взглянем, что дальше. Фу, и можно отключаться. Думаю, что нам... А, подожди. Вот эта вот загрузка, это означает, что следующий уровень, по идее, как бы. Наверное. Ну-ка, сейчас мы это посмотрим. Да, походу, следующий уровень. Ну что? Я не знаю, чего ожидать по пути внутрь фабрики. Да, понятно. Будьте осторожнее. И еще одно. Взрыв боеголовки может повлечь самые разнообразные последствия. Конкретнее. Вам может угрожать опасность заражения мутагеном. Примите меры предосторожности. Меры предосторожности? Не взрывай боеголовку, стоя рядом с ней? Будем предохраняться. Я не шучу. Приколы хорошие. Надо отыскать на фабрике сыворотку, используемую как вакцину. У них должен быть ее запас. Давай подготовим ракету, а затем найдем сыворотку. Куда я попал? В кино про шпионов? Ребята, вы нас всех тут угробите. Да, вполне возможно. Опять она села за этот. А хотя бы здоровье полное. А мне можно тоже в погрузчик рядом сесть? Сначала ты. Ну ладно, хорошо. Это последнее. После этого мы валим отсюда. Уэлл присмотрит за боеголовкой. А ты, Джек, зачисти территорию и вызови лифт. Ладно, ясно.